Здорово, Империя! Микрофон Артём, это канал Snow Worm TV, очередная новая игрушка, демка, доступная в Стиме всем желающим. Странно, очень странно, в опциях есть language, да, и есть русский язык, но он почему-то не выбирается, ничего не выбирается, кроме английского. Возможно, это в демке недоступен русский, а на старте игры будет русский язык. Ну да ладно, давайте старт гейм. Так, сложности, ну давайте Soldiers пускай будет. Безлимитное сохранение. Давайте чекпоинт поставим, галочку. А, вот эта демка недоступна. Какой-то хоррор видом сверху. Что-то про войну. Судя по скриншотам, по роликам. Так, escape, skip. Так, хорошо. Игрушка чем-то напоминает резик, только в другой проекции. Интерактировать либо Е, либо мышка, левая кнопка. Ладно. Так. Могу бегать, могу ходить. Есть инвентарь. Есть инвентарь на таб. Есть карта. В духе резика, да? Ладно, допустим. Давайте смотреть, что тут вообще можно делать. Подожди, давай сразу глянем вот эту дверь. Возможно, она закрытая. Да. Локинг. Нужен ключ. Давайте сюда пойдем. Карту можно так открыть? Да, на М. Вот, помечено с красным, закрыто. Сюда можно встать. Фильтр, мануал какой-то. Что-то в ящике взяли. О, солдат, кстати, есть. Странно, солдат с оружием, а я... А я без оружия. Так, о чем собираем? Смоук. 6 штук. Ган-патроны, да? Инк-чернила. Возможно, для того, чтобы сохраняться. Так, это блиндаж какой-то. А, это будет, походу, та дверь, которую мы с той стороны видели, наверное. Кто-то кричал, по-моему. Командир. Кто-то где-то кричал. О, лежит. Ага, тут ничего не нажимается, да? Помочь ему не... Помочь ему нельзя. Shift run, это я знаю. Где-то... А, спрятаться можно. Перекат есть на стати. Прикольно. Пока ни одного монстра не замечено. Просто ходим по окопам. А, сохранить прогресс. Это сундук, куда можно лишнее складывать.
Ладно, пойдем наверху посмотрим. Тут вот эту, наверное, можно ломать, конечно. Но у меня ни одного оружия пока нету никакого. Лопата, кстати. Экипировать. Во. Могу лопатой тебя лупить. Хорошо. Могу я тут сломать? Да. Так, а вот эту я не могу, да? Выкопать. Здесь еще есть. Тут тоже закрыто. Там вон кто-то. Ходить, кстати, не могу. Когда лопата... Вот, просто в одном месте могу стоять. Не очень удобно, когда он бегает, эту тряску камеры сделано. Выносливость кончается. Так, у нас есть вот это... Удар лопаты, да? Так, можно сюда вниз, кстати, еще пройти. Тоже нужен ключ. Это, видимо, сверху можно спрыгнуть вниз. Где-то бы вон бочки же бы еще где-то были, да, бочки? Сломается? Нет. Тут нужен ключ, тут нужен ключ, там ключ, сам ключ. Тут нельзя сломать? Нет. Сиди тут, бедолага, в этом уголку. Здесь что? Здесь ничего. Так, и куда мы не ходили еще? Ключ нужен. А, это начальная локация, где я был уже, да? Саппорт. Здесь что-то найти, походу, надо. Тут ничего нету. Вижу только челика. Старая униформа написана. Так. А, это подсвечивается это. То, что я здесь нахожусь. Я думал, то, что, ну... Если подсвечивается, то тут в этой что-то есть в локации.
Нет, это подсвечивается то, что я нахожу. А, во. Еще бочки. Так, тут закрыто, тут закрыто. Где-то я что-то упустил. Тут закрыто. Не ломается, да? Так, давай здесь посмотрим. Тут маленький. А, ну тут это челик, который. Могу я ударить его? Нет. Ладно, ладно, не кричи, я же не хотел, просто проверил. Че ты кричишь-то сразу? Ударил, ударил. Тут пушки стоят, по-моему, да? Проход. Так, почему-то. А, ну это прятаться. Почему-то она на карте не отмечена. Здесь тупик. Так, а как его пройти? Здесь пройти не могу. Здесь есть проход, но туда нельзя пройти. Ладно. Значит, что-то где-то здесь, наверное. Где-то что-то здесь. Возможно, что-то где-то я здесь упустил. Туда как-то можно попасть. Тут нет, да, выхода, входа? О, подожди. А, нет, это сохранялка. Стрелочка вот нарисована, но тут завал. О, сломал. Чекпоинт, кстати. Бандаж. А, подожди, мы подобрали. Походу, надо кого-то вылечить, да? Ай, кто? Опа. Готов. А чё, он напал на меня? Я же ничего ему не сделал. Тут что-то есть. Немножко управление неудобное. Так. А, автомат. Я подобрал автомат. Бандаж только есть.
Так, а же автоматами не дал, да, получается? Жадный, что ли? Вот здесь, кстати, за дверью. Тут дверь. Нельзя, да, вот эту подвинуть? Там дверь. На карте не отмечено? Нет, значит, там, видимо, двери нету. Вентиляция. Здесь что-то произошло. Так-то прикольная игрушка. Любителям вот этих, да, ретро-игр в стиле этого резика старого. Судя по всему, русский язык здесь будет. Поэтому переживать не... Ну, как бы... Нечего переживать здесь. О, патроны. Подожди, а здесь что? Там винтовка. Блин, вот... Еще патроны. Так, а я могу ее поставить, да? На цифру 1, допустим. Так, это что такое? Вот. На 1. На 2. Отлично. Тут закрыто. Тут закрыто. Тут закрыто. Так, три закрытых двери. Запомнили? Запомнили. Пойдем в другое место, значит. Опачки. А, сука, ведет он. Двигаться нельзя при... Ой, хорош! Перезаряжать оружие нужно, прикиньте, при выстреле. Но мне не нравится то, что я не могу двигаться. И перекатываться не могу во время прицеливания из оружия. Я могу перекатываться только во время ходьбы. Это очень странно на самом-то деле сделано. То есть я бы мог прицелиться как бы и двигаться. Да, мувминг должен быть. Здесь такого нету. Кстати, нельзя лутать трупики. А хотелось бы, конечно, подлутать их. Так, почему он у меня не стрелял? Вопрос. Добил его. Ну а что, он вдруг мог, же мог встать. Правильно же. Так, здесь что у нас? Тут просто... Просто помещение. Странно и непонятно, почему в одной локации находятся наши солдаты и чужие солдаты. Я думал, здесь будут какие-то монстры, возможно, они здесь будут, но почему через дверь находятся какие-то другие солдаты? Почему они здесь появились? Возможно, они сюда проникли. Вот, непонятно. То ли мы на вражеской территории находимся, то ли мы на своей территории находимся. Тоже не ясно. Вот я зашел в дверь, здесь стоит мой солдат, как бы и ему по кайфу. И здесь, кстати, сохранялочка. Давайте сохранимся. Ладно, в общем, давайте здесь остановимся. Берите на вооружение данную игрушку. Демка доступная в Стиме. Можете скачать, попробовать сами. Мне понравилась игрушка, игра прикольная. Русский язык, видимо, будет на старте игры. Ну а с вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы. Все ссылки в описании. Увидимся всем. Пока-пока.